Солнечный зайчик. Конечно, если бы не было солнышка, то не было бы и зайчика, который прыгал по стене, распевая свою веселую песенку. Я солнечный зайчик, зовут меня Скок. Ля-ля, ля-ля, ля-ля. Ой, на стене зайчик. А что в этом удивительного? Спросил солнечный зайчик. Да вот я болею, мне очень скучно, а тебя не было, ответил слабенький голосок. И тут зайчик увидел в постели маленькую больную девочку. «Не было, потому что я просто не знал, что ты болеешь. Но теперь я здесь, и тебе будет весело». С этими словами солнечный зайчик опять стал прыгать по стене и распевать свою песенку. «А ты можешь сесть ко мне на руку?» – спросила девочка. «Конечно». И солнечный зайчик тут же скользнул к ней в ладошку. Девочка стала ловить его, а он скакать. И чем быстрее он скакал, тем веселее смеялась девочка. «Как хорошо, что ты пришел ко мне», — сказала она. «Побудь со мной до прихода мамы». «Ну, конечно, побуду», — согласился зайчик и снова стал прыгать и распевать свою веселую песенку. А девочка смеялась и хлопала в ладошки. «Если ты побудешь со мной до ночи, то я и совсем поправлюсь», — сказала девочка. «Я бы с удовольствием пробыл с тобой и до ночи, но дело в том, что как только солнышко станет садиться на землю, мне обязательно надо успеть по его последнему лучу вернуться домой, иначе я пропаду. Пропаду так, будто меня никогда и на свете не было». Вот так мог ответить солнечный зайчик, но он так не ответил. Он подумал и сказал: «Конечно, я пробуду с тобой столько, сколько ты захочешь, лишь бы ты поправилась». И стал скакать не только по стене, но и по потолку. И чем громче девочка смеялась, тем быстрее он прыгал и веселее напевал свою песенку. И это продолжалось до тех пор, пока солнышко не стало спускаться к земле. «Тебе пора домой», — ласково сказала солнышко солнечному зайчику. «До вечера осталось совсем немного. Если не успеешь, пропадешь». «Ну как же я могу уйти, если девочка еще не поправилась?» «Торопись, торопись, мой зайчик, я ухожу, торопись», — ответила солнышко и опустилась ниже. «Скажи», — спросил зайчик девочку, — «тебе еще много надо поправляться?» «Нет, совсем уже немножко, видишь, я даже могу сидеть. Побудь еще, и я встану». И солнечный зайчик остался. Солнце село на землю, и от него остался всего один, самый последний золотой луч. Зайчик мог сесть на него и скатиться прямо к солнцу. Но тут девочка сказала: «Какой ты хороший и добрый, дай я тебя поглажу». И положила ладошку на зайчика. Он хотел выскочить из-под ее ладошки, как это делал раньше, но не смог, потому что солнышко уже совсем ушло с неба. «Ой, где же ты, зайчик?» — крикнула девочка. «Куда ты пропал?» Она поглядела на потолок, по сторонам, но зайчик нигде не светился. Он пропал. Пропал, как будто его и не было никогда. «Зайчик, где ты?» Девочка уже хотела заплакать, но тут пришла мама. Увидела девочку здоровой и обрадовалась. И девочка обрадовалась, что мама пришла и стала ей рассказывать про солнечного зайчика, про то, как он прыгал, как пел свою песенку и помог ей поправиться. А вот теперь его нет. «Ничего», — успокоила ее мама. «Взойдет солнышко, и твой зайчик опять придет. А сейчас надо спать». Девочка уснула. И пока она спала, прошла ночь. Наступило утро. А когда проснулась, с неба уже светило солнышко. И на стене прыгал солнечный зайчик. «Мама, мама!» – закричала девочка. Она уже совсем поправилась, хлопала в ладошки и смеялась. «Он здесь, он здесь!» И на самом деле солнечный зайчик прыгал на стене и распевал свою песенку. «Я солнечный зайчик, зовут меня Прыг. Ля-ля, ля-ля, ля-ля». Но это был совсем другой солнечный зайчик. Зайчик Прыг, хотя и очень похожий на своего брата зайчика Скока. Он пропел свою песенку и выскочил в окно, потому что его уже давно ждали в детском саду. И как только он появился там, ребятишки сразу же стали его ловить, смеяться и кричать. Но это же всегда так бывает. Где солнечный зайчик, там и шум, и веселый смех.